также духа. Сегодня Великий Вторник, Страшной Седмицы, читается Евангелие особое о втором страшном пришествии, о страшном суде, и говорится о том, что о дне том и часе никто не знает. Когда Господь дает образ второго пришествия, то говорит, как было в дни Ноя, строились, продавали, покупали, женились, замуж выходили дальше. Так будет в дни пришествия Сына Человеческого. Так действительно, пока, говорят, не пришел потоп, взял все, так будет страшное пришествие. То есть, это значит, что часть людей будет жить своей жизнью, не думая, как и раньше. Кто-то из сказал, из людей благочестивых, как называют, говорят, солома для ада. А вечное мучение, даже некоторые начинают дебат разводить, будет ли вечное мучение, как, что и почему, как это такое может быть. Это разглагольствования все такие, мудрствования такие человеческие. Суть же вся в том, что мучение, прежде всего, будет заключаться в том, что люди сами отвернутся от Бога. И они не смогут жить в Царстве Небесном. Господь бы по любви своей помиловал бы. Но есть свободная воля. Свободная воля эта, она направлена к несчастью, когда они к Богу. Тогда она направлена на свое только, свое «я», то есть, как говорится, эгоизм, как у нас говорят. И это как раз тот самый талант, который закопал раб в землю. То есть, только в земном все. Что такое талант? Почему? Не сказано просто. А, значит, этому дал Господь 5, этому 2, этому 1. Этот умножил, этот умножил, а приемный закопал в землю. Он бы мог его просто положить там, допустим, где-то в ящик, нет, сказано, закопал в землю. Это не просто так стало. То есть талант, все дарования, только в земное. Когда только в земное все, здесь все и только, и больше ничего. Поэтому едущий, пьющий, женяв, посягав, значит, только в земном, и больше ничего. Вот те девы, 10 дев мудрых, 10 дев юродивых, это говорит, даже если человек какую-то одну добродетель воспримет, как говорят святые отцы, как вот детство добродетеля будет вроде бы. Но если он не умножит талант, а что это такое умножить талант? Елей не хватило. Преподобный Серафим говорит, я мню убогий, что елей, которого не хватило, была благодать Святого Духа. Имеется в виду благодать Святого Духа. То есть, что это такое? Это стяжание Духа Святого. Преподобный Серафим объясняет это, что люди, которые делают что-то, делают ради Бога, они получают от Бога благодать Святого Духа, стяжают Дух Святый. А те, которые не ради Бога, даже если и добрые дела делают, но с земными целями, с выгодой какой-то там, или счет, тщеславием, чтобы люди неплохо не подумали, не говорили. То есть оно доброе дело, вроде доброе дело, как, вот, как и добродетель девства, доброе дело, но не спасает. Доброе дело без благодати Святого Духа не спасает. То есть оно дает, да, вот так бывает в жизни. Кто-то говорил, где-то я слышал так, кто сказал, что вот кто делает, ради вот, имея в виду, вот жертвуют даже на храмы, некоторые вот люди сейчас, вот дельцы всевозможные, на храмы жертвуют, но имея в виду, чтобы у них дело ладилось. Ну да, но дело у них ладится, они получают, значит, ну и все. Да, они делают доброе дело, делают и жертвуют там и кому-то, и получают за это здесь добро. Здесь получают добро, они, у них, значит, земной рай тут, но здесь временные все равно. Земный рай, значит, все условия, они ездят, и все благополучно действуют. Правда, может быть, иногда они и страдают, и там как получается, но это уже
если они разумеют, то это для спасения души им посылается. Так вот, что такое, когда елей полный? Это значит, какой час мы не знаем, нас час наступит, нас смертный час. И к этому часу мы должны быть всегда готовы внутренне. Сказано, в чем застану, в том и сужу. Как преподобный Серафим сказал, это уже в наше время, если говорит, вот Господь ссылает эту милость, то есть Духа Святого, то говорит, хоть сейчас и к Богу можно идти. А вот если нет этого состояния, то значит тогда страшно идти. Почему и все образы, все притчи, они говорят о том, чтобы нужно нам готовиться все. Великий пост – это особое время милости Божией. Здесь особая благодать дается. Часто покаянные чувства все время возбуждаются, все время возгревается, точнее. Вот оно. И частое причащение по возможности. И все это, и соборы у нас теперь стали, собор, то есть все, все для спасения души. Вот все это нужно сохранить. Вот. И вот так и говорят все люди духовные, так они всегда говорят, что вот мы радость воспринимаем праздника, допустим, даже все хорошо, вот, праздник. Вот. А нужно не забыться о том, что здесь путь на этой земле, он не праздник в основном-то. Хотя в душе может быть и утешение, и празднество, вот. Но здесь путь креста. Вот сейчас как раз вот эти три дня, вчера, сегодня, завтра, вычитывают все евангелисты. И вот мы сегодня, по милости Божией, с помощью Божией, двух евангелистов, да, прочитали. И все там нам напоминается. Вот Евангелие напоминается обязательно вот эти. Его иногда читают заранее, там начинают. Оно тоже хорошо, конечно. Но заранее не все могут. Так вот, какой день, часть, кусочек там попадет, а здесь все. Конечно, трудились, постояли, кто, как говорится, уцелел. Кто уцелел, да, кто удержался конца. Кому возможность, не всех возможностей бывает. Вот. Однако, вот. Это вот Евангелие, когда полное, все это напоминается сразу как бы, напоминается все, и то, и то, и то, и то. Поэтому ведь вот Евангелие обязательно нужно читать, ежедневно, возможность стараться читать. И не так просто читать, а ведь каждое слово. Вот мы читаем иногда, это не то слово даже скажешь иногда, там смотришь, просмотришь, или там неправильно скажешь. А там каждая буква, каждое слово так просто не написано. Вот я вам сказал, все, взял талант, в землю зарыл. Вот, значит, ага, уже земля. Еще сказано, дал талант одному 5, другому 2, другому 1, против силы его. То есть каждому по нему дано. Дарование, значит, все дается каждому по нему. Мы этого часто не думаем. Вот почему зависть, грех. Потому что, значит, каждому Господь дает свое. Ты ему дал, а тебе дал тот. Вот сиди с этим, что тебе дал. И не смотри на другого. Ты вот то, что тебе дал, трудись, с этого будешь состязан. А это за него ты не будешь отвечать, что у него там насчет. Или ты хочешь тебе, видите, каждый на один талант ведь один он. Только кому 5, он еще 5. Значит, против каждого таланта одному. И тебе не спрашивай, ты увидишь, он 5. Так он 5 приобретает, потому что ему 5 дано. А тебе один, ты 5 раз меньше должен быть, или два раза. Вот. То есть. Вот мы иногда это не думаем, и часто вот этим расстраиваемся. Вот у этого такой. Каждому свой талант дан. Талант – это все сюда входит. Все, что дается Богом, есть талант. Дарование все – это талант. Так мы называем талантливый человек. У него много талантов, значит, много там, ну, дано, значит. Вот. Кроме того, талант, в таланты входит возможность. Дается тебе возможность. Вот, потрудиться, в церковь сходить, послужить кому-то, доброе дело сделать. Это все таланты. Умножишь, значит, сделаешь доброе дело, умножишь талант. Не сделаешь, не умножишь, скопаешь. Вот. И так во всем. Материально ли даются возможности, или времени. Времени тоже, это тоже талант времени, да? Времени не хватает. Вот. И вот, и это все есть таланты, данные от Бога, которые мы должны умножать. Поэтому
будем стараться с помощью Божией все, что нам дается Богом, в каком бы виде это ни было, будем стараться это употреблять в умножении в духовном смысле, то есть извлекать из этого духовную пользу. Вот. Таланты, то есть то, которое умножать нужно, это, например, конечно, в первую очередь и смирение. Дано тебе, значит, тебя смиряют, значит, кто-то. Вот, учись. Смирение тоже нужно, стараться его еще больше укреплять, развивать смирение. Терпение. Вот мы просим весь пост. Господи, Владыка же там, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия не дашь мне. Мы просим этих там праздности. Просишь, чтобы дух праздности Господь не дал тебе. Вот тебе и некогда не присесть, не прилечь, бывает там все. И не ропщи, а то талант не умножишь. Если будешь роптать за то, что тебе некогда, значит, потеряешь талант. А если, значит, будешь сказать, ну, слава Богу, ничего, Господь поможет, и начнешь делать. Господь дает тебе возможность вот пойти в храм, сколько-то, уж я немного не могу, сколько можешь, пойди, сколько можешь, потом смотришь, больше, больше. Вот, у нас есть такие рабы Божии, которые хоть сколько-нибудь бы, Господь дал, начали ходить, Господь еще помогает, еще ходит, еще помогает, еще больше ходит. Дает Господь силы. Вот. Это есть. Господь, конечно, умножает, и дает, и умножает таланты. Но от нас зависит, как эти таланты умножать. Празднославие, терпение. Да, ну терпение, тут все просто, значит. С терпением, я думаю, всем просто понятно, значит. Как что-нибудь приходится терпеть, значит, все это вот, все стараюсь, есть какая-то возможность потерпеть что-то. Обругали тебя кто-то, там что-то так, не так, вот еще, скорбь какая, болезнь какая. Это тоже очень большая милость Божия, кстати. Нас многие не ценят этого. А святые отцы говорили, здоровье, конечно, драгоценный дар Божий, а болезнь бесценный дар Божий. А видите, опять талант оказывается. Талант. Вот святые, когда, которые был Пимен там многоболезненный, там всякие-то, которые много болели-то. Так они сколько талант приумножили, которые без ропота нанесли болезнь. Они столько приобрели такие таланты. Они, вон, все сейчас обращаются, сколько обращались к блаженной матрёнушке. Она какой больной человек, всю жизнь была, так и родилась. А ведь не только значит, сама, значит, получила, сколько им помогла, сколько талантов умножила. Вот как? Всякий талант можно умножить. Вот она с Божьей помощью, во славу Божию, трудилась, сама стяжала благодать Святого Духа и другим в этом отношении помогала. Поэтому стараемся мы подумать о том, чаще напоминать себе о том, для чего мы живем. Мы живем для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Поэтому здесь временно все проходящее. Все, что здесь происходит, все нужно только рассматривать только в одном смысле. Только именно стяжание, вот устроение этого, как потом преподобный Серафим говорил, в духе ли ты? Чувствуешь, что ты не в духе. У нас даже есть выражение, ведь преподобный Серафим, то, что он говорил, это же истина-то духовная. Она есть везде. Вы же знаете, я сколько раз всем говорю об этом. Это мир весь признает. Мир вынужден признавать истину. А куда денешься? Как один в свое время сказал, когда было атеистическое время, говорит, ну что это миф о Христе? Он говорит, какой год сегодня? Вот 1970-й. Почему это от Рождества Христова? Говорит, ну вот. А говоришь миф. То есть, говорят миф, а все считают Рождества Христова. Так что это все. Так же, как и в отношении Духа. И тут четко совершенно. Он ведь не в Духе. И нам напоминают часто, что мы не в Духе. Это значит, нам-то, мы должны понимать, о чем тут речь идет. Может, кто-то там, не сознавая эту истину, выражает. Но мы-то должны это сознавать. Поэтому будем стяжаться, стяжать Дух мирен с помощью Божия, чтобы то, что Господь нам сейчас особенно посылает Великим постом, сохранить нам и приближающиеся и потом уже Пасху. Сейчас, конечно, последние дни. Сейчас нужно прежде всего помнить, о чем нам сегодня как раз в Евангелии. Не один евангелист говорил о страдании Господа. Гряди, Господь, на вольную страсть, наше спасение. Вот это нам напоминается. Нам напоминается все время, какая любовь Божия. Сколько любовь Божия. Сегодня читался опять евангелист Луката. Блудный сын. Это ведь мы все. Все мы. Ведь он говорит, ты стратил все, там пропил, все прогулял, там пришел. Так он его одел в первый. Ни слова укора, что
и мил ему быть, и тех нападений выявил бы за его. То есть он побежал навстречу, обнимает его, навстречу его, пир устроил. Вот. Мы, конечно, недостойны, не причащение ничего. Поэтому мы, когда, как блудные дети, сюда приходим на причащение, Господь подавляет нас, нет, и великой благодати по своей любви. Поэтому будем стараться и через любовь Божию чувствовать и друг другу проявлять любовь, как он пресоборно читается. Приемлите друг друга, як же Христос прият вас во славу Божию. Слово Божие все об этом говорит. То есть, значит, принимайте друг друга, как Господь нас принимает. Аминь.